В святочные дни издревле на Руси было принято особое внимание уделять добру и проявлять милосердие. В один из самых морозных вечеров временное убежище нашли более десятка замерзающих щенков. О человеческой доброте и собачьем терпении в сюжете Елены Петровой. Этот двор без лохматых постояльцев не пустует и дня. Старый 13-летний пес, брошенный хозяином, нашел здесь свой приют. Отъедаются и резвятся щенки всех цветов и размеров, также подобранные на улице. Хозяйка передержки Юлия старается помочь бездомным животным, оставшимся без попечения человека. Передержкой занимаюсь уже 2 года. За это время мы пристроили более 30 собак. Перед тем, как отдать собаку хозяину, мы ее стерилизуем. Взрослую собаку, либо щенков при достижении полувозрелого возраста. Хозяйство хлопотное, требует больших затрат, сил и внимания. Последние щенки нуждались в социализации. За 10 дней из робких недотрог пушистая детвора превратилась в настоящих лоскушников. В эти морозы мы подобрали вот 6 замечательных щенков на 3 месяца. Ихнюю маму отравили. Их бы тоже ждала такая же смерть. Вот, щенки, 5 девочек, 1 мальчик. Мальчика мы уже пристроили. Девочек будем пристраивать тоже. Они очень хотят домой своего любящего хозяина. Помощь волонтеров, рассылка информации в сети интернет. Если Юля занимается пристройством четвероногих сироток достаточно профессионально, то для инженера по планированию производства Елены Криневой такой опыт первый. Нашли на улице 5 щенков, которые жили без будки, жили под гаражом в морозы. Мы выбрали себе девочку, которую взяли домой. На следующую ночь на улице было минус 20. И сердце не выдержало, мы поехали и забрали их всех. Их было 5 щенков. Вот, мы их на время разместили по друзьям, знакомым и близким родственникам. Но в данный момент 4 щенка, 3 девочки и 1 мальчик ищут себе семьи, потому что всех мы их оставить у себя не можем. Таких добротных, надежных передержек в городе можно пересчитать по пальцам одной руки. Не каждому по силам. А вот подарить теплый дом, а главное свою любовь, всего одной брошенной собаке могут практически все. Святочные дни щедры на благие поступки. Спешите делать добро. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Муром.